Что там? Ранение облучил. Да, прощай. Попутного ветра.
Прощай, конечно, но тебе оно уже без пользы. Засек логово. Давай скорее сюда. Один наш готов! Thank you.
Чтоб бы мясо такое здоровое, чтоб прям свертело. Скворчащий, сочный. Мне тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Эх, кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертело. Скворчащий, сочный. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел наш хваленый Клондайк. Thank you.
Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Звук слышал? Ладно, ерунда. Что-то есть. Прикрой меня, ага. Есть. Готов. Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Наверное, можно будет попасть в подвал. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной.
Кажется, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Даже прошли. Ну нифига себе, тихий час. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать.